На масленичные гуляния в парк Зернова пришло множество людей. Улыбки, задорная музыка, веселые конкурсы и состязания. Выбрать активность можно было на любой вкус. Для детей в этот день работали аттракционы. На всей территории парка развернулась большая ярмарка. Горожане могли угоститься блинами, выпечкой, шашлыком и горячим чаем. У танцевальной площадки расположилась выставка города мастеров с изделиями ручной работы и яркая тематическая фотозона. Задорное настроение на сцене задавали ведущие с интерактивными конкурсами, городские творческие коллективы, а также группа «Лапти Бэнд» из Владимира. От фонаря желаний до набережной парка развернулась аллея с состязаниями, шуточными играми, творческими мастерскими. Участники получали призы и подарки. Мы сегодня пекли также блины в парке на пеньках, очень интересно. Конечно, это были блины со вкусом дыма, но на самом деле он очень приятный. Масленичное гуляние в парке – это можно назвать по-настоящему фестивалем, который собрал людей разных поколений. Здесь есть и дети, взрослые, подростки с колясками. То есть люди приходят целыми семьями. Конечно же, мы готовимся к встрече, насыщаем разные локации. Спеть любимые песни горожане могли вместе с хором ветеранов труда Дома молодежи. Праздничного настроения добавляли ярко украшенные аллеи парка и беседки. Кульминацией праздника традиционно стало сожжение 5-метрового чучела масленицы на набережной. Светлана Ярунова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.